К российским новостям. Социально-экономическое развитие Камчатского края и реализация майских указов стали сегодня основными темами встречи Владимира Путина с главой региона, которая состоялась в Новоогареве. Владимир Илюхин отчитался перед президентом, в частности, о ситуации с заработной платой и жилищным строительством на полуострове. Речь также зашла и о развитии рыболовной отрасли, которая является одним из основных источников краевого бюджета. Наши предприятия с поставленной задачей справились. Порядка 140 тысяч тонн лосося мы добыли. Надеемся, что после Минтаева Путины мы где-то в целом порядка 650 тысяч тонн рыбы направим в центральные районы России. То есть все, что касается импорта. Мы надеемся очень на развитие Севморпути. Но до недавнего времени не было тарифа на перевозку рыбной продукции Севморпутем. Сейчас эта проблема тоже решается. Полагаю, что для нас это решение проблемы. Или здесь 60 суток мы через Владивосток отправляем, или отправляем Севморпутем, до месяца. Я по тому, над чем сейчас правительство работает, над субсидированием железнодорожных перевозок, вы как-то подключены к этой работе? В части нашего промышленного комплекса нет. Цель у нас за последние 15 лет самый низкий миграционный отток. За прошлый год поднялись где-то на 8,5% по зарплатам. Средняя зарплата сегодня по территории 53 тысячи, но это с учетом коэффициента надбавок.